В январе исполнится 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Родился 27 января 1826 года в селе Спасугол Тверской губернии, в старинной дворянской семье. Начальное образование получил в домашних условиях, с ним занимались сестра и священник. Далее Салтыков обучался в Московском дворянском институте, после в Царском лицее. В жизни писателя наступает длительный период ссылки. За вольнодумие он был отправлен в Вятку. Там писатель прожил 8 лет и познакомился со своей будущей женой, с которой проживет еще 33 года. Во время обучения в лицее Салтыков-Щедрин опубликовал свои первые стихотворения, однако был разочарован и оставил это дело навсегда. Вернувшись из ссылки, писатель поступил на службу в Министерство внутренних дел. Чуть позже было опубликовано его первое произведение «Губернские очерки». Покинув государственную службу, устраивается редактором журнала «Современник». Вскоре выходят его сборники, невинные рассказы и сатиры в прозе. После двух проработанных в редакции лет возвращается на службу и назначают его управляющим казенной палатой в Пензе, а затем Туле и Рязани. Через 2 года Михаил Евграфович уходит в отставку, становится редактором отечественных записок и создает одно из самых известных произведений – «Историю одного города». Сборники «Призраки времени» и роман «Господа Головлёва». Спустя 10 лет отечественные записки были закрыты, и Салтыков-Щедрин начал печататься в журнале «Вестники Европы». Умер Михаил Евграфович 28 апреля 1889 года в Санкт-Петербурге. Сейчас я вам зачитаю одну из его сказок, называется «Богатырь». В некотором царстве богатырь родился, баба Яга его родила, споила, скормила, выходила, и когда он Коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все 4 стороны. Иди, богатырь, совершай подвиги. Разумеется, прежде всего, богатырь в лес ударился. Видит, один дуб стоит, он его с корнем вырвал, видит, другой стоит, он его кулаком пополам перешиб, видит, третий стоит, а в нем дупло. Залез богатырь в дупло и заснул. Застонала мать зеленая дубравушка от храпов его перекатистых. Побежали по лесу звери лютые, полетели птицы пернатые. Сам леший так испугался, что взял в охапку лешичиху с лешачатами, и был таков. Прошла слава про богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надеются на него. Свои боятся вообще, потому что, ежели не боятся, то каким же образом жить? А сверх того и надежда есть, бессмертно богатый для того в дупло залез, чтобы еще больше во сне сил набраться. Вот уже проснется наш богатый, и нас перед всем миром прославит. Чужие в свой черед опасаются, слышим, мол, какой стон по земле пошел, никой оной земле богатый родился, как бы он нам зону не задал, когда проснется. И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, богатырь, спи». И вот прошло уже 100 лет, потом 200, 300, и вдруг целая 1000. Улита ехала и ехала, наконец приехала. Синица хвасталась, да и на самом деле море не зажгла. Варили мужика, покуда всю сырость из него не вывалили. Все передали, все перекончили, друг дружку оборвали начисто, а богатырь все спит. Все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит, да перекатистый храп до кругом верст пущает. Долго глядели супостаты и долго думали. Могущественно должна была быть она и страна, кое богатырь за столько времени в дупле спит. Однако стали помаленьку умом разом раскидывать. Начали припоминать, сколько раз насылались на иную страну беды жестокие, и ни разу богатырь не пришел на выручку к людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя зернистым обычаем передрались, и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько назвали. «Приди, богатырь, рассуди, безвременные наши». А он вместо того в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло,
да градом выбило. Думали, придет богатырь, мирных людей накормит. А вместо того в дупле посидел. В таком-то году и года, и селение огнем выпалило. Не стало у людишек ни крова, ни одежды. Думали, все, придет богатырь и мирную нужду исправит. А он и тут-то в дупле проспал. Слово сказать, всю 1000 лет она и страна всеми болями переболела. И ни разу богатый ухом не повел. Ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стонет. Что ж боль за богатый-то такой? Многострадальная была она и страна, и имела сразу великую неослабимую. Плакала и верила. Вдыхала и верила. Верила, что когда источник слез его дыхание иссякнет, то богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обрыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в кое богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на богатыря. Сперва один подошел к дуплу, воняет. Другой подошел, воняет. А ведь богатырь-то гнилой, вымолвили супостаты и ринулись на страну. Супостаты были жестоки и неутолимы. Они жгли и рубили все, что попадалось навстречу, мстя за тот страшный вековой страх, который внушил их богатырь. Заметили людишки, видели хое без времени, кинулись навстречу супостату, глядят, и идти не с чем. И стали тут богатыря в один голос вызволять. «Поспешай, богатырь, поспешай!» Тогда свершилось чудо, богатырь не шелохнулся, как и 1000 лет тому назад. Голова его неподвижно глядела, незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых никогда содрогалась мать зеленая дубравушка. Подошел в ту сторону, в ту пору богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком, смотрит, а у богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели. Спит богатырь, спи.